От волна, давайте зачистим. Бродячая, ходячая, вон она. Где? Вот где? Она. Где? Я на ней стою практически. А, вижу, вижу, вижу. Чё, я очканула-то, потому что я смотрю на волну, и тут херак мне в лицо, короче. На спидах летит, да, чел? Так, ладно, я пойду ну поработаю. Да, блядь! Хорош, я стрельки пытаюсь. А почему? Кто меня пиздит? Зомби. Огонь по своим отключен. Ну, они были ближайший далеко от меня. Ближайший вон он, коричневый домик. Это за такой сука. Ладно, поехали. Две иголки снизу, потом четыре. Мне не надо. Мне надо. Наверное. Давай я одну скину. Ну я далеко уехал, давай потом. Блядь, куда дома скинешь. Там четыре у меня нету, да. Бать, а вот. Смотри, далеко уехал. Куда поехал? Ну, этот ближе успею. Был. Мы на квесте. Я сказал, что туда. А мы туда, думаю. Подожди, а так у нас. Че, а почему у нас столько квестов-то до хуя? Алло. Три штуки. Так мы только что один выполнили уже. Ну два. Ну еще. Осталось. Выполнили, но опять-то его надо. Это чей вообще? Это не мой. Ты не мой. Мой я просто принести. Мне принести зачистка. Ну. Блять, а как понять, чей это? Ты, ну давай нажму. Он зачищенный. Принести Е нажмите. Принести это мой был. А, ну, сука, ну, я нажал сейчас и... Так, ладно, поехали. Я, кстати, забыл велосипед взять. Сука. Не пас. Да ебать, у тебя руки длинные, конечно, сучка. Опа, секретик. Сумку курьера нашел чью-то внизу. Погодите, мне написано, что это мой дом. Ну твой так твой, мы не претендуем. Я понять не могу, чей дом просто. Ну ты же активировал. Я не активировал его, кстати. Ебать. Я нажал? Но мне написано, что это мой квест. Но это не мой, это точно. Потому что мой желтым горит. Так он у всех желтым, сука, горит. Нет, у меня остальные все квесты серые. Нет задания, успокойтесь, люди, что вы творите? А, да, враки, это не мой, это твой квест, чел. Мой тот, который еще мы не делали. У меня мой желтым горит, остальные серым. Твой желтым горит, не твой. Вот здесь вот мой квест. Ой, да не ладно, мой, а твой квест. Да. Так как она аккуратно, пускай, все равно. Пускай все будет твой, мой. Вообще поебать. Хуйня какая. Ты, господи, я по всем полку пройдусь тут, по мальчике. Химлаба. Нет, не падай. Поехал. Так, нам еще какую-то. Корлупка по части пошмалять. Так, что тут у нас? Что интересно? Что интересно? А где тут? Че? Дышишь, что? Какая-то на крышу. Нет, не на крыше. Нет, не на крыше. Опа, ножик сейчас второго уровня. Бля, я на улицу. Давай. А, вижу, куда скинул. А, юг. Ну, ближе к юго-западу. Далековато, конечно. Я чей-то велик починила, только что хотела взять. Ну мой, наверное. Ну, хотя бы видно отсюда. А как раз в сторону торговца, ребят. Может, заберем или до квеста моего? Нет журнала охотника. Так забирай. Так я за этим тогда, потом... Блять, я не выполнил квест, вообще-то говоря. Мне написано, что мы его сделали. Я, у меня нет слов. Я просто в какой-то сумка в какой-то жопе лежит. Вообще, у меня тоже.
Так, ребят, я за... Где-то внизу. Мы в тебя верим, мы тебя не снимали. Хорошо. Ты найдешь его там. А, будет... все равно, если что. А, вон он, да, все, блядь? Ой, ебать, только не ем, так не ем, так не ем. Оп. Я ничего... А, я нашел... Ну, я свою нашел, она под картиной на полу спрятана была. Я до своей, походу, прорубаться буду. Я до тебя доберусь, ты от меня не спрячешься. А, у меня она где-то под полом была, понятно. У меня тоже. Всякая хуйня насобирал, короче. У меня места нет, мне надо домой ехать, скидывать все это. Ну давайте тогда до торговца вы возьмете квесты, как раз сдадим, возьмем и так далее. О, кстати, можно ткани нарубить прямо сейчас. Ну что, господи, помоги. Помоги. Ближний бой и боль утоляющие модификации. Не, это типа сборник модификации, какая-то такая херня. Я поражаюсь, почему? Вы так печетесь об этих аэродропах. Вы сейчас помните, а мне что... нравится, блин. Ну люблю я их. Не могу я от них отказаться. Это привычка, блин, с ПВЕ сервера. Когда, блядь, грубо говоря, 40 человек, и все к ним несутся. И кто успеет, блядь, тот хватает. Реально, я закрыла дверь у меня перед лицом. Прости, пожалуйста, привычка. Ты забегаешь, открываешь. Железный ботинок или гаечный ключ второй? Гаечный ключ. Второй, у меня первого уровня. Блядь, железный кассет или ключ третьего уровня. Сюда. Ой, ребят, у меня третий этот комплект ловушек, комплект с броней из ткани, с шахтерской каской, ближний бой 0-2. Я гвоздомет беру, короче. Мне больше прилещает. Принести 217 метров. У меня 1-2 торговый маршрут. Ну-ка, есть какая-нибудь работа, все. Так, я на базу. Ну-ка, а что мне в этой штуке выпало? Гвоздомет, нахуй. Эта штука. Красота. Так, что мне в ближнем бою? Ёб твою мать! Зазубренное лезвие, расхититель могил и колун. Колун, заебись. Зазубренное лезвие у меня где-то стоит уже. Или нет? А зазубренное лезвие что дает? 10% кровоточащие раны при обычной атаке. Прикольно. Но мне лично не надо. А колун что дает? Вот колун я бы не против, если бы мне кто-то дал. Колун я готов... дерево, если я не ошибаюсь. Так, колун у меня есть, нет, колун мне не надо. Я просто не знаю, что еще покупать, я купил вот это. Не осуждайте меня потом. А что купил? Что вы знаете? Мотоперку? Да. Пец. Я вообще ничего не покупаю, я все бабки вам отдаю. Я не знаю, ну деньги не на что сливать. У него продается одна хрень. Вообще, чем выше уровень, тем больше продаваться будет. Понятно, но мы ждем, и уровень повышается, а товар... По блокам повышается на 10%, само оружие приходит не больше на 15 медленнее. Блять, это вот эту хуйню сюда надо брать. Так, где моя лопата? Модифицировать. Блять, а что тогда? Мало только для чего нужно? Так, а отмычки в какой сундук класть? А, бля, я, по-моему, клала их в это... Боже, где... Где всякая херня на столе лежит? Справедливо. Может, просто мне их скидывать. Слева второй. А, ну как вариант, давай тогда мы будем то, что в общий, так сказать, котел, или кому-то определенно в один девочку кидаем, и все. Так, на, может, короче, на отмычки скинул на улице. Может, у меня не было. А, не, у меня ничего нет. Да у меня тоже второго уровня вкачан звончик. Так, гаечный ключ. Так, а куда с... там нашел. Чего? Повечочки будем делать. Не надо. Повечки. Так. Я еще два тома с такими иголками, нитками, как херню скинула. Thank you.
Так, где у нас бензин? Бензин! Бензин левый, третий, снизу. Где? Вот картошка. Есть, у нас есть картошка. Сейчас я метнусь к двум торговцам. А, ну к двум не получится. Только одну мотоперку тоже могу купить. Одну я догоню до одного места, и тогда чуть подзаработаем и третью мотоперку купим. Да надо сразу байки, конечно. Байки тема. По-хорошему. Да. Карбалет пока скину, возьму на ночь. Ребята, какой день 6? На 7 дню надо это маленько подготовиться будет. Вы так не считаете? Да я не знаю, я бы какой-нибудь ров вырыл, что типа такое. Чем? Блин, лопатами? Блять, ну после того, как мы искали с собой сокровища, нахуй эти лопаты нужны нам. Ой, наконец-то часть армейской брони понеслась. Вот сюда. Сюда. Это херня. Так, я, наверное, еду торгаша, который у меня через километр... А, нет, давайте до моего квеста. До ваших квестов, нет, до моего нет, квеста. Нет. Потом я до торгаша метнусь. Где, блядь, мой до сих пор висит. Какой ближе? А у вас в одно место, походу, ребят. Принести зачистка. Нет, у меня квест принести, я сейчас на нем стою, прямо на нем. Приезжайте ко мне. Да, метрах разница. Так, ладно, погнали. О, тут какой-то пиздун бегает. Кто такой? Юношка, а? Ну-ка не орать нахуй. Не, нормально. Пол велосипед побыстрее даже был этой херени. Ну, у мотоперки багажник есть. Бля. Ну, я на стамину не дойду. Да. Но я король дорог теперь. Блин. Я не попрехал. Ты где тут? Да такая черышка бегает. Господи. Нехорошие слова от этого. Осуждаем. Ролик гребаный. Ва, так, еще одно очко мне надо, и я уже могу на 4-й левел прокачивать все эти приколы. А че? Нас тут. Сейчас, секунду. А, нет. Нам антибиотика не нужны. Если меня не подводит моя память. Блять, нахуй бежим. Я ей. По съёбкам. Сейчас, секунду. От кого бежим? Мини-блайт можно еще так же в инвентаре таскать, что удобно. В карман себе его запихнуть. Так, а мы этот дом обыскивали уже? По-моему, да. Когда... Погоди. Да. Ну давай, я начал. У меня тоже наверху где-то. На, блядь, две головы подряд снес. О, кошелек. Не тронуто. О, 12 баксов. Нормально. Куда ты ломишься, собака, ебаная? Карту выносим. Так, все, у меня на втором этаже. Заперто. Это сейчас что там взорвалось это такое? Я закрыла. Я нашел еще один бомбер. 10 скорости бега. Надо кому? Мне не надо, у меня есть такое. No. Я майку нашел. Если найдете еду, это будет мне плохо. О, я нашел сейф.
Так. А дай ну, посмотреть, давай. У тебя есть отмычка? Вон жопой. Две схемы кузни и слиток золота. Схемы кузни вам нужны? Ну давай, у меня нету. Наверное. На одну тебе. Ну, а там же где-то. Всё дома. Так, мой здесь. Так, а где конечный лут? Ага, вижу конечный лут. Ой, сейчас где? Буду его... Давайте, ребята, спасите, помогите, убиваем. Там полицейский, которого надо ёбнуть срочно. Сейчас разберусь это. Так. Винтовка из говна, двойные карманы. Еще что-то. Яйцо! Ну это самое важное, я считаю. Он тоже вот нате еще яйцо. Опа, это что-то. Яйца любы мои. Это не то. Мясной рагу нашел. Я сбросил на него, я аптечку. Так, ну я, короче, нашел винтовку, охотничье ружье второго уровня. Нормально, теперь мы все охотники не можем. Ну, я не буду ее носить. Ну ладно. Так, ближайший какой квест? Принести зачистка. Блять, или моя зачистка нахуй на севере, как всегда. Я после принести зачистки по своим делам, наверное. Принести зачистка. 200 метров, 100, сколько? 167. Сейчас, подождите, я пока в инвентаре разбираюсь с приколами. Ага. Кстати, можно с этой крыши упасть вот на эту крышу. Она уже залутана. На будущее. Можно по крышам просто бегать. Пойдете, и нет? Не проходить. Я говорю, я пока в инвентаре разбирался, сейчас пущусь. А я уже еду. Так, а где у меня... В инвентаре у меня байк. В своем стальном коне уже качусь. Уф. Так, а мы куда следующий квест? Да. А, принести зачистка, да? Через дорогу, да. Дайте пешком. А что такое? Да тут 100 метров бежать, я быстрее пешком добегу. Ну ладно. Я же надоеду. Блин, немножко заканчивать. Да, я в тебя чуть ножом не кинула. А где он? А, он здесь. Почистай каменную лопату, ну там не нужно. Тема верстака. Убери. Так, у меня наверху. Кофе. Уголь или что это было такое вообще? Уголь. А где он нахуй? А, вон там. О, сок юки. Заебись. У меня где-то на... Первым я этого. Нашла чью-то сумку. Не, у меня на первом. Моя. 26 баксов еще нашел. А, во, я нашел свою.
Так, ну сейчас надо, конечно, лук найти, где он находится. Я нашел, конечно, лут, еще плащ нашел. Забирай. Так. Колу. Так. Так. Да нахуя? А, собака, блядь. Ёбаный стыд. Она жива. Она не жива. Да там не только собака, там. Каким-то хера. Просто помню всегда, что там такая, такие... Марина, что ты идешь обыскивать? Тут твои вещи. Это не мои. Мои. Не твои? А, скорлупкины? Окей. Что там в сумке с оружием? Интересно. Это 13 железных стрел. Железо тут где-то луна. Охуенно. Ребят. Так, а собаку надо разделать? Ну, она заразу мясо дает. Ну, кости зато дает, да. Куры. Жир. Ну, не хочу сильно забивать этот инвентарь. Заберешь разлагающееся мясо тогда? Да нахуй нужен. Для делянок. Ну, давай. Ну, все, пиздец. А короткий путь точно. Так, что сейчас принести зачистка? Ну, вообще можем сдать. Так там как раз по пути. Как раз сдадим, а мой это справа. Как сдать. А твой, да. И в сторону моего давайте возьмем, если его сдадим. А вдвоем можно на этой хуйне ездить? А, нужна модификация. И не на этом, а на более крутом байке. Да. Блять, ты меня подвязаешь. На этой херне видно, она меньше велосипеда, как ты на ней поедешь вдвоем? Я один-то на нее еле вмещаюсь. Так, а когда у меня там... Хотя, в принципе, если на тебя посмотреть, ты, мне кажется, на что угодно влезешь. 23 уровень? Я, да, я могу, в принципе, это, сесть там в кармашек сзади. Там в багажнике, да. Поместишься. Так, все, у меня сила 7 уровня. Сейчас будем прокачиваться. Заебись, будем делать вещи 5 левела. Кого ты там пиздишь, блядь, так, старый? Железные перчатки вторые. Молоток, гвоздодер, охотничий нож 3-го, заебись. Этот, железные сапожки, железные перчатки, ребят, кому вторые? Так, не, мне хуйня, они не нужны никому уже. Аптека 3, ну тогда я их разберу. Так, а что взять? Комплект запчастей к мини-байку, слиток железа, ну это нет, нахуй точно. Или 50 убери. Отмычек к мини-байку, 50 да? 50 отмычек? Бля, нихуя себе было. Да сделаем, это херня же. Так, есть какая-нибудь работа? Принести 324 аптечка метра. Аптечка 3 или железный топор 3-го? Три аптечки так, принести. Топор нам не нужен, зачем нам топор? Так, может я хоть раз за игру что-нибудь куплю себе? Ну-ка. Зачем? Алло, блядь, можно увидеть машину? Продолжай давать все деньги нам, зачем тебе? Он... В смысле ты, блядь, не даешь мне посмотреть свой инвентарь? Ты чё, охуел, что ли? Потому что он занят. Потому что я сейчас ему... А как ему продать бабки? А, во, продать. Просто продать. Берешь, продаешь. Я на свой квест поехала, ребята. Ну подожди нас. Давай помочь. Расшарьте свои квесты еще тоже, пожалуйста. Квесты не будут с собой тащить. Так, да у него нихуя нету, ёпты. Давайте начнем с моего, мой дальше всего, блядь. Потом поближе. Колобок, ёбаный. Так, сейчас подождите, я свой расшарю. Я говорю, блин, у него реально мини-байк это самое ценное, что у него было. У него ассортимент, походу, раз в неделю обновляется. Ладно, раз в неделю. А, слушай, соседние дома прям хорошо, тогда берем 2, потом туда, к этому, и я поеду. По рулю, точнее, потихоньку к торгашу к своему, которого мне дали. Так, сейчас, ребята, бля, меня бросили. Это я пиздец. Понял. Что там?
это у меня гигантская. А, это туда, куда я залазил, да. Где я ноги сломал. Ну что-то мне подсказывает, эта история повторится, зная меня. А я себя знаю. Я молодец. А молотку, молоток зачем нужен? Он что-то лучше разбирает или что? Чего какой? Обычный гвоздодёр? Он с двух раз улучшает. А, ну понятно, для строительства, короче. У меня тоже есть молоток гвоздодёр второго уровня. У меня этот... как это? Хер, нейлган. Гвоздомёт. Да. Я-то понимаю, ты здесь был? Я тут был, но я... Поднимай эти штуки. Готовы, всё, давайте сразу. Финальный лук я не нашел, я сломал ноги и забил хер. Всё. Ну поехали, давай. А, нам просто надо область зачистить, да? Понял. Кто пиздит? Да там... Или нет. Ах ты, сука, в засаде стоит, козел ебаный. Еще раз, я, да, я, в принципе, я знаю, я же пойду тихонько. Не надо. Что хочется по-быстрому сократить, но, блин, нет. Быстрое приключение на 5 минут. Зашли и вышли. На, сучка. Жри, блядь. Хе-хе. Ребята, как вы нормально попали? А, через верх. Через низ, потом через верх. Какой-то странный конвейер, по-моему, таких не бывает, это обман. Так, нет, сюда но не пройти. Поднимаешься наверх? Да-да. Не, ну я, если что, гипс находил, так что... Вот по этим чанам скакать, вот таким себе размер. На этой грёбаной территории. Так. Что, куда дальше? Ломаем? А, кто-то где-то есть. Кто-то где-то щенится, но мы до него доберемся еще. О! Не надо, не надо, не трать! Ебать, я сиганула через эту! Блять, ну... Я бы размотал их, они с сильного удара все ложатся разом. А, блин, зачем еще бомбить? Я мне со спугу сиганула, мне... блин. Вместе с кувалдой как через. Я типа не понял, вот ты открываешь эти люки, а зачем? А в чем? А почему я это делаю? Объясните. Лут? Это надо очистить область. Если бы не найти. Нашла лут, финальный лут. Она нашла финальный лут, представляешь? Представил. А как она туда залезла? Где там твой гипс? Гипс на хате. Так ты, блядь. Бля, ну ты реально везунчик. Это судьба. Ой, бонус добычи, берем. Мы все знали, что так будет. Все мы это знали. Так, ну я спускаюсь так же, как поднялся. Короче, на выход. Мне интересно, как я спускаться буду. Так, подождите, а мы не очистили область? А где еще? Не знаю. Я уезжаю, стойте, 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 зачем я поехал? Возможно, пелисы какие-то пытаются к нам пробраться. Ты что, охуела, что ли, блядь? А, все. Ну я вот каких-то двоих уработал. А, вот еще одного нашел. Я почему-то реально подумал, что мы выполнили квест и уехал и провалил. Тоже мало. Да. Короче, я заработал сломанные ноги просто так. А ну? Наверху где-то. А, в этой все поняла. Возвращаюсь обратно. Да, ну, я пока что внизу в каких-то сторожках их убиваю. Или как да, это называется? Там должен быть надо полярный. Пониже спуститься. Бля, ебать тут, конечно. О! Вот сюда куда-то. Пошел? Нет? Нет. Пока нет. Блядь, а, вот слушай, наверху помечен 19 метров. Пометка в одной из... А, все, поняла. Сигай нахуй. А он не один там, кстати. Один? Все? Все, все. Так, куда дальше? Погодите, мне-то что делать? Как отсюда спуститься? Ну, не сломав, но... Вот есть уровень 2 принести. Это чей квест? А, есть, все, спрыгал волк. Погодите, ребят, я иду. Я-то это задание провалил, потому что я выехал.
Я пошел за гипсом, а потом вспомнил, что нельзя же уезжать. Так, смотрите, тут вот чье-то задание. Я на него приехал. О, мистер зомби. Пойду ему сломаю about. Мужчина, как пройти в библиотеку? Есть закурить? Все, готов. Господи, помоги. Бля. Разъебалась? Что, мне еще один гипс снести? Два. Два. Добро пожаловать в клуб. Welcome to the club, buddy. Да какой тут рядышком принести? Я ползу. Да, я здесь. На велике? Долго. Подгоревшее мясо в помойку. Курица. Один жир туда же. Сейчас, секунду, ребят. Футболку разломать. Дорогие подписчики, а это был стрим по игре Seven Days to Die. Спасибо большое за внимание и добро пожаловать в следующую часть одновременно.